газонокосилка робот Cayman X4 Basic Premium, автономный робот для кошения травы на газонах со сложным ландшафтом. Уникальная сочлененная рама модели обеспечивает рекордный в классе вертикальный ход подвески. Благодаря такой конструкции рамы робот сохраняет устойчивость в четырех точках опоры, даже на неровном рельефе. Эффективные приводные пневмоколеса благодаря сдвоенной конструкции, протектору из EPDM-резины и нулевому давлению демонстрируют уверенное сцепление с любым типом поверхности и рекордное в своем классе пятно контакта. Устойчивая к внешним воздействиям EPDM-резина, использование в качестве крепления к корпусу центральной упругой пружины создают отличную амортизацию бампера при контакте робота с препятствиями на газоне. Датчик дождя может находиться в трех режимах. Первый режим – отключенный датчик дождя. Робот косит траву строго по графику, даже в дождь. Второй режим – включенный датчик дождя. Робот приостанавливает кошение в дождь, после дождя практически сразу же продолжает кошение. Третий режим – задержка. Робот фиксирует окончание дождя, выезжает на газон только после того, как пройдет соответствующее время задержки. Робот меняет прямолинейную траекторию кошения на спиралевидную, чтобы оперативно выкосить участок газона с высокой или плотной травой. Перфорированная дека имеет функцию самоочистки с помощью атмосферных осадков. Настройки и программирование работы робота происходит при помощи бесплатного мобильного приложения для смартфонов с Android и iOS. Газонокосилка робот Cayman X4 Basic Premium подойдет для работы на газонах со сложным ландшафтом площадью до 18 соток.